Полиция пресекла деятельность нелегального пункта приема металлолома. Контора незаконно находилась на улице Валдайской. 25-летний сотрудник, который принимал металлолом, подтвердил, что организация здесь работает без лицензии. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов». Из пункта приема изъято больше 3000 килограммов металлического лома и отходов черного металла, а также весовое оборудование.